Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Димон, со мной пакетик с магазина AliExpress. В пакетике ко мне приехала тактическая ручка для настоящего мужика. Нет, не та стальная, либо титановая неподъемная хрень для диванных выживальщиков. Нет, самая настоящая тактическая ручка для настоящих мужиков, у которых руки растут из плеч, а не из задницы. Вот такая вот. Стального цвета, красивая, серебристая. Собственно, что дает нам ручка и без чего не может настоящий мужик? Ну, конечно же, линейка. Настоящему мужику надо мерить и мериться. Имеется такая в наличии. Небольшая, 3 дюйма, либо 7 сантиметров. Хотя кому-то и хватит, а кому-то надо будет прикладывать несколько раз. Настоящий мужик любит, чтобы все было ровно, поэтому в ручке есть пузырьковый уровень. Всегда можно прийти к своей подруге либо возлюбленной, приложить ручку к ее шкафчику, сказать, что он не ровно, неправильно висит, и его перевесить. Благо для этого в ручке есть отвертки. Отвертки — это то, без чего настоящий мужик ни дня не может обойтись. Отвертки есть две: шлицевая и конечно же, фигурная. Все, как вы видите, предусмотрено. Не знаю, на кой черт настоящему мужику стилус для емкостного тачскрина, но он тоже есть в комплекте. Все это дело можно повесить на карман с помощью металлической клипсы. Кстати, сам корпус ручки, он пластиковый. Ну и, конечно же, в комплекте есть ручка. Сам стержень прячется, ручка поворотная. Вот так раз, она поворачивается, открывается и закрывается. Стержень двух цветов. В моем случае это синий. Не очень он тонкий. Я думаю, где-то так навскидку 0,7 скорее всего. И, о чудо, этот девайс еще и пишет очень даже неплохо. Не очень ровно, не так, как мне нравится. Вот можете посмотреть. Все-таки с небольшими разводами. Но сносно, главное видно, что пишет. Может настоящий мужик в своем настоящем ежедневнике сделать нужную заметочку. Что ж, если вам понравился этот девайс настоящего мужика, то есть сейчас настоящим мужикам, я предлагаю поучаствовать в конкурсе. Все, что нужно для участия в конкурсе, это быть настоящим мужиком, поставить этому видео лайк и в комментариях отписаться: хочу, мол, такую клевую ручку настоящего мужика. И все, как только видео наберет 100 лайков, мы разыграем сразу 3 ручки среди желающих. Они будут заказаны у китайского продавца, у того, у которого я брал, ссылочку я положу в описании, и отправлены 3 победителям этого конкурса. А на этом, пожалуй, все. Всем удачи, удачных покупок. Оставайтесь на канале, подписывайтесь и смотрите видео. Всем пока, до новых встреч!